Ну, я думаю, что, к сожалению, нас ждут непростые времена. Поэтому ближайшее будущее у нас у всех и у страны в целом, я думаю, что трудное. Трудное. Но, знаете, древние говорили, не дай вам Бог жить в эпоху перемен. Мы вот несколько поколений уже, ну вот начиная с 80-х годов, все время живем в эпоху перемен. Вот мне бы хотелось, чтобы эти перемены все-таки вот показывали какую-то такую позитивную тенденцию. Да, сейчас трудно, сейчас будут какие-то трудности. Но, как говорят в анекдоте, а впереди забрезжил свет. В конце туннеля забрезжил свет. Вот мне бы так хотелось.